Ну а мы в России русскую землю пашем. О, видишь, херачу. Вот такая тяжелая землица, целина. 20-30 лет никто не пахал. Так что хреначу. Кто-то там на пляжу, а мы русскую землю пашем. Дождь херачит. Плюс 3, наверное. Наверное, ощущается как минус. Вот такая вот хрень. Это тоже как бы сенаж быкам готовил. С Европой накрылось. Сейчас пытаюсь какие-то движухи делать по доставке, но ничего такого пока не предвидится. Ладно. Во-первых, мои трактористы залили сюда воды. Сейчас утром ездил, купил антифриз. У нас завтра, послезавтра минут 3 передают. Здесь у нас 9, наверное, октября. Ну, вот так ковыряю. Глубоко не лезу, качество не стараюсь особо выводить все как положено. Ну, тут 12 сантиметров есть, наверное. Ну и хватит. Для травы-то и овса хватит. А эти все кочки все весной выровняются дисками. Так что вот так. Так, так, так. Лук ничего не делал. Ну, есть и грудины куплены. Или меха. Вернее, один какой-то я хотел поменять. По-моему, передний. И грудина передняя. Но ничего не делал. Ну да, вон она. Вторая побитая. А лемех первый он загнутый был. Сточил уже. Да пошел. Не осталось 10 кругов. Маленько зад надо опустить, чтобы, ну, брал поглубже, потому что первый глубже берет. Ну, не опускаю, потому что на переездах цепляет землю там. Ну, так, продолжаю. Там у нас пахано. Ну, и здесь, да, овса хочу. Может,
оставлю здесь дорогу, чтобы отсюда овес возить, чтобы не кидать на поле. А так оттуда или туда будет далеко возить. Вот как здесь. То есть закинул, как-то там не похоже. Хотел это скосить, но один, так что не успеваю и это скосить. Здесь еще гектар 5. Ну, на следующий год это скошу. И это скошу, вспашу. Это скошу, подготовлю под пахоту. А это, наверное, с этой стороны все запашу. Продолжу. Ну и здесь тоже хочу козлятник. Посмотрю, как там будет. Но здесь козлятник, Тимофеевка, клевер хочу. Семена купил уже. Сейчас постараюсь съездить, набрать земли из-под козлятника. Ризотарфин. Ну и весной будем здесь хреначить. Так что как-то вот так. Ладно, поехал я. Сейчас посмотрю. Остыл маленько, да поеду.